Дороге мне попалась черная кошка. Как ты думаешь, это не помешает нам отснять ролик? Я думаю, нет. И я не верю в суеверия. А зря. В кино достаточно много своих суеверий. Например, если я не разобью тарелку на первой смене, значит, все съемки пройдут не очень хорошо. Суеверия? Я даже не знаю, какие суеверия. Самое главное не брать чужие кисточки. Это хорошее суеверие, иначе это прыщи вылезут у другого. Это вот сразу скажу. Первый день самый сложный, самый волнительный. Вот как первый день пойдет, значит, весь проект так будет. Угу. На первой смене впервые тестится грим на... Нет, сначала проходят пробы главных героев в основном, и уже мы к смене готовы. То есть к смене уже есть понимание? Да, какой образ будет, какой костюм, и мы перед сменой еще раз проходимся, так что вот костюм, договариваемся, и вот первая смена и начинается. А у гримера есть какая-то свобода действий? Ну там что-нибудь от себя авторское добавить? Конечно, конечно. Все время приходится, скажем так, создавать что-то, и даже когда мы что-то пробовали, и первый день, или там второй, 25-й день, и может быть, если заявка, вообще все поменяться в голове у художника по гриму, и он решает сделать так. Ну, естественно, договариваюсь с режиссером. У нас на самом деле такая задача стоит. Мы используем все только русские бренды, только русские марки. Костюм уже на актрисе, остался только вот жакетик. Все абсолютно русские бренды, все наши производства. И подготовка наша заключалась в том, что мы промониторили всех абсолютно наших художников, дизайнеров, да, модельеров, все бренды. И на самом деле все у нас замечательно. Какой будет самый яркий костюм? Да? Самый яркий костюм. Есть такой дизайнер потрясающий, Полина Мирчева. К сожалению, костюмы еще не привезли, потому что они под заказ. Вот, они появятся, наверное, только сегодня, в конце дня или вечером. И там очень яркие образы, просто потрясающие. Очень хотим, чтобы так одевались все москвичи. Если тебе прям не площадке, да, я тогда это старый такой еще госфильм пошел. Говорят, все не последний, а крайний хотели. Правильно? Человек говорит, бьют тарелку для того, чтобы каждый член съемочной группы берет кусочек. Это понятно. Чтобы потом, когда по финалу фильм закончен, все люди собрались на той же шатке или где-то еще после фильма, и собрали все кусочки, тарелку опять выявили. Воскресенье тоже нельзя ночевать. Воскресенье, да, нежелательно. Поэтому воскресенье нельзя ночевать, понедельник нельзя. В основном вот в суеверии большое по понедельникам. Никогда нельзя начинать проект по понедельникам. Вот никогда. Сегодня. Сегодня у нас пятница. Поэтому пятницу. Сегодня хороший день для того, чтобы мы запустились. Ну, на самом деле, я не суеверный человек, но если ухожу из дома, вдруг что-то забыла, нужно вернуться, обязательно посмотреть в зеркало. То, наверное, пожалуй. Все, готовимся к съемке, пожалуйста. Виталий. Тишина, пожалуйста. Да, прекрасно. Мотор, камера. Мотор идет. Приготовились. Начали. Сначала бы.
Ребят, нам бы подождать минутку все-таки, а? Идет. Очень слышно. Что уходит? Что там идет? Вон регата идет, слышно мотор. Ну давайте, да, мотор идет. Я не слышу. Давай сейчас без тебя. Сейчас я А где? Сидите, Лиза, кто может разбить на тарелочку? Ну, давай снимай. Мы находимся в квартире, в которой сейчас будут продолжаться съемки лета в городе. А, пошли посмотрим, что. Мы на третьем этаже нового ЖК. Это настоящая квартира. О, смотрите, Лена с ней участвует в подготовке к сцене. Да, все понятно. Правильно, да. И тогда я отсюда разворачиваюсь и бросаю тебя на эти места. Все понятно. Мы прорепетировали сцену, да. Теперь. Виталий, ты на связи, нет? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, да. Садитесь, рассказывайте, чего. На прибор садитесь. Да. Сейчас поймем. A few moments later. Лена общается со съемочной группой. Так, тогда сцена 1, дубль 1. Ну, видишь, уже выгоняют вас. Не думаю, мы пообщались. На самом деле, хлопать в хлопушку на съемочной площадке. Это хороший пример. Это нет. Это плохая пример. Ну, в смысле, хлопать без дубля. Я так и делаю. Девушку. Мне надо только свет посмотреть. Сейчас нам не проверяют свет. Ну прошу, давайте так выполним. Перепятнем? Конечно. Тишина, пожалуйста. Репетиция с камерой. Приготовились. Тише. Да. 6-14-1-1. Тишина. Приготовились. Начали. Я на совещании в Кремле! Света, включи новости. А какой канал? Любой. Топ-3 суеверий на съемочной площадке. Первое. Никогда ни в коем случае не садитесь в кресло режиссера. Второе. На съемочной площадке нельзя лузгать семечки. Раньше это портило камеры. Сейчас так не происходит, но суеверие осталось. Ну и третье. В первый съемочный день разбивают специальную тарелку. Смотрите кино. И бэкстейдж.